Впрочем, еще несколько лет назад новогоднее настроение в Оренбурге начинали создавать только во второй половине декабря. Последние два года нити дюралайта зажигаются на улицах города уже в конце ноября. Свои законные места в парках и скверах города занимают елки. Стоит заметить, что администрацией Оренбурга объявлен конкурс на лучшее новогоднее оформление. Принять в нем участие могут не только предприятия и организации, но и владельцы частных домов, а также жители многоэтажек.